Когда на Волжской земле появились евреи? Какую улицу в Самаре называют «Маленький Сион»? Это была одна из двух главных улиц, и даже наиболее важная, где изначально селились еврейские купцы и ремесленники. Какой вклад внес Куйбышев в антифашистское сопротивление во время Второй мировой войны? Это комитет еврейских деятелей культуры, именно культуры, поэтому во главе стоял всемирно известный режиссер и актер. Смотрите программу «Самара многонациональная» 30 августа в 19:50 на телеканале «Самара ГИС».